Всем привет! Я вышла в центр города. Вот это Липовая аллея. Она самая длинная в Европе. И вот такая информация, вижу такую информацию про нее, что Липовая аллея имеет протяжность 2,2 километра. Словесно тем, что наидовша в Европе. Близко 300 ліп было высажено в 1928 році чеським ботаниками. Алея стала улюбленим місцем для прогулянок мешканців місця. Липи різних сортов квітнуть майже цілий місяць. І тут план города, тут кафедральний собор, пішохідний міст. Вот разные кафешки, ресторанчики, можно прийти отдохнуть. Даже вот назвали один Липа. Вот смотрите. Вот тоже эта Липовая аллея продолжается до речки. Там пешеходный мост и там автомобильный мост. Два вот моста, автодорожный и автомобильный. Очень приятно тут прогуляться. Вот, летними вечерами, осенними, весенними вечерами. Но сейчас зима. Достаточно прохладно. Холодный ветер. Вот. Но люди гуляют. Все, буду прощаться. В следующий раз еще вам покажу какие-то интересные места Ужгорода.